Добрый день, дорогие друзья! Близится у нас праздник Светлой Пасхи, поэтому мы сегодня сделаем мастер-класс по украшению пасхальных яиц. Для данного мастер-класса вам понадобятся яйца вареные белого цвета, кисть жесткая, белок яичный и салфетки. Салфетки вы можете выбрать любые, которые у вас есть дома. Лучше, конечно, чтобы рисунок был более мелкий. Вот такие, например, мелкие рисунки мы будем сейчас вырезать для наших украшений. Итак, сначала мы нашу салфетку разделим, так же как в технике декупаж. Мы делим ее на 3 или 4 слойные, бывают салфеточки. Снимаем наш рисунок, который мы будем отображать на яйце. То есть можем присмотреться, да, вот бабочку, например, нам очень нравится. И вот наша бабочка сможет разместиться на яйце. Вырезаем бабочку. Наши бабочки вырезаны. Берем яйцо. Прикладываем, располагаем туда, где мы хотим украсить нашими бабочками. Прикладываем. И белком яичным потихонечку разглаживаем салфетку по яйцу. Вот таким образом мы приклеиваем нашу бабочку. Растягиваем аккуратненько. И дадим рисунку подсохнуть. Ну и в завершение, когда наши наклейки уже приклеились, мы покрываем еще одним слоем белка яичного. Это придаст блеск нашим картинкам.